Ну вот, готовим на даче пиццу. Вот, коврик из дома взяла, чтобы браться удобно было. Не знаю, девчонки, что-то мне понравилось колбасу в натерке делать. Сейчас помидорчики и сыр. Вот такая пицца у нас получается на дачке. Дожди льют у нас. Вообще не представляете, как. Ходим одетые в кофтах, в штанах, в шапках. Холодно, конечно. Лето кончилось. Но мы сегодня ждем папочку к нам на выходных. Ташки, вот такие вот дела. Вот такая погода у нас. И сегодня, и завтра дожди. Завтра вообще 16 градусов будет. Вот все, лето кончилось. Вся неделя, все, 16-20 градусов днем. А ночью холодно. Пушки. Пора собираться домой. Скоро поедем в город.